Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду на финишной прямой. До полной готовности осталось совсем немного. Одну из котельных в Томилине, которая прошла профилактический ремонт, проинспектировал глава округа Владимир Ружицкий. 44 дома, школа, поликлиника и 3 детских сада. Все это обеспечивает теплом Томилинская котельная на улице Гоголя. Мощности бойлерной хватает на присоединенные объекты с запасом. Холода жителям не страшны. Здесь заменены, по сути, в целом насосы на котельной. Сделана профилактика всех котлов, поэтому котельная готова. Тем более данная котельная, на ее установлена мощность 18 мегаватт, а расход всего 14. Я надеюсь, что зимний период мы пройдем без эксцессов, желательно без аварий. Хотя мы к зиме, когда готовимся, мы готовы ко всему. Всего в округе 81 котельная. Из них Люберецкая теплосеть обслуживает 68. К отопительному сезону осталось подготовить только одну бойлерную и несколько километров теплотрассы. Другие объекты теплоснабжения готовы полностью. У нас есть центральные тепловые пункты. Собственно говоря, это оборудование, на котором производится подготовка так называемой горячей воды и транспортировка. По прогнозам синоптиков, летнее тепло продержится до середины месяца. На сегодня округ готов к холодам на 99%. А значит, зиму люберцы встретят в полной готовности. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.